Алена, скажи, ты завтракал? Нет, конечно. Я ведь знаю, что наш дорогой Талгат, наш шеф-повар, нас вкусно с тобой накормит. Я тоже очень голоден, поэтому предлагаю тебе перейти на нашу кухню и приготовить что-нибудь. Конечно же. Доброе утро, Талгат. Доброе, доброе, дорогие. Чем же вы нас сегодня удивите? Сегодня у нас будет творожная запеканка. Угу. Мы ее запекем. Быстро-быстро, буквально 15 минут. Все это делается несложно. В принципе, вот вы смотрите, и абсолютно все это легко делается. И запоминайте. Да, и запоминайте. Да. Сметана у нас идет. Жирная. Обычная сметана, да, жирная. Ну, вот эта сметана, она такая пожиже чуть. 20% жирности. Ну, я просто знаю, что вы сторонник того, чтобы творог, сметану с нулевым процентом жирности не брать, потому что это не имеет смысла. Совершенно верно. То есть делаем такую смесь, да, которая яичко. Помочь вам? Стягивать. Нет, в принципе, вот все. Одно яичко буквально вот на вот это количество творога. А, 200 грамм. 200 грамм творога у нас достаточно одного яйца. Вот и сейчас, раньше, в то далекое время, когда, то есть, когда я был далек от диетологии, здесь применялась, значит, для стяжки манная крупа, да, для вот этого всего. А здесь мы уже применяем баттер. Можно ложечку? Вот. Здесь у нас ржаная мука замечательная. То есть она будет у нас стягивать этот продукт, то есть творог, всю лишнюю влагу она стянет у нас. Ржаная? Да, ржаная. 2 столовые ложки. А почему манная? Она манная, калорийная? Да, она калорийная, да, очень. Здесь она у нас не совсем будет. То есть она дает такой привкус, а ржаная мука, она абсолютно такая нейтральная. Аленочка может добавлять сюда клюкву. Ах, это у нас клюква, да, моя клюква. Любимая. Это половина вот этой части, да. Вместо клюквы также можно использовать изюм. Да, любые фрукты. Но желательно, чтобы это были засушенные фрукты, да? Да, чтобы не было лишней влаги. Можно также и яблоки, почему нет? И вот самое главное здесь поймать эту консистенцию, да, нужную, чтобы у нас и не было совсем жидко, и не было совсем густо, да, чтобы у нас он не стоял колом, наш пирог, чтобы он был сочный. Но если так случилось, можно будет потом сметаны добавить? Конечно, да, добавить? Это можно все обыгрывать в любом случае. И как вот обычно, мы не солим и не добавляем сахар. Нет. Дорогие мои, самое главное, не добавляйте мед. Здесь у нас стоит мед, мы его будем в конце при декорации, чтобы вкус у нас не потерялся его. То есть при запекании мед будет он гореть в духовке. Да. То есть сахар, карамель, они всегда вот у нас подгорают. В принципе, вот эта вот консистенция, самая она довольно-таки самая оптимальная. Так. В принципе, все ингредиенты у нас готовы, и сейчас мы можем это отправлять, погрузим в форму и в раскаленную духовку. Давайте, вот у нас форма, да? Да, обычная форма небольшая. Так. И вот сюда лен можете выкладывать. Мы простелили пергаментную бумагу, можно ложкой, давайте. Так, ну мы никаким маслом не обрабатывали. Нет, совершенно просто верно, вообще без масла. Ну что ж, дорогие зрители, пока мы все это выкладываем в форму, а потом отправляем в духовку, я предлагаю вам посмотреть простые инструкции. Дорогие друзья, мы возвращаемся на нашу кухню, и наша творожная запеканка уже готова. Да, готова. Так, тарелочку. Да, тарелочку там. Будьте аккуратны, форма горячая. Так. Поэтому вот я оставил вот эти края на пергаментный. И вот смотрите, как она замечательно у нас отходит. То есть нет вот этого всего неудобства, которое вот связано именно там прилипание, да, еще да, что-то да, такое. Да. Несмотря на то, что мы масло и при этом, не да, здесь нет масла. Это все благодаря пергаментной бумаге. Да, совершенно верно. Вот оно. Какая она красивая. И сразу видно, да, баттер, что сочное получилось? Да. Можно, в принципе, нарезать и на тарелке, можно же и на доске. И к этому мы можем еще полить сверху медом или сиропом. Совершенно верно, баттер. А кленовый сироп сюда подойдет? В принципе, подойдет, если у вас нет проблем с лишним весом. Ну, я думаю, это то количество, которое... Вот эта запеканка, в принципе, достаточно на двоих. На двоих? Я бы не стала делиться. В моем случае, да. Это на одного человека, и то не одна. Да. Разрезаем. Можно разрезать произвольно. Талгат, ну то есть это все-таки диетическое блюдо, да? Да, конечно, диетическое блюдо. Совершенно верно. Так, польем это все красивенько медом. Да, вот можете кто-нибудь баттер. И сколько мы запекали это? Минут 15? 15 минут. У нас все стянулось, все замечательно получилось. 15 минут это максимум, то есть не нужно за ней следить, 15 минут достаточно. Можно смело доставать из духовки. Совершенно нужно. Такой красивый мини-пирог даже получился. Можете пробовать. Берите вилочки, пробуйте осторожно. Так. Спасибо большое. Моя любимая клюковка. Творожная запеканка на ржаной муке. На ржаной муке, да, совершенно верно. Очень вкусно, очень сочно и сладко, несмотря на отсутствие сахара. Да, но при этом мы полили медом, да. Баттер, как тебе? Очень вкусно, так как я люблю. Сладкие завтраки. На здоровье. Для меня это идеальный вариант.
Ну что ж, дорогие телезрители, я предлагаю вам, настоятельно рекомендую взять это замечательное блюдо на заметку. Ну а наша программа продолжается, не переключайтесь. Всем отличного дня, друзья.